Уроки шахмат станут обязательными для первоклашек. В ряде школ Южной Осетии уже проводятся занятия по шахматам. Школьники будут обучаться игре в системе дополнительного образования, так как расписание уроков уплотнено с учетом преподавания дисциплин национального компонента. С 1 января 2020 года в начальных классах именно начали проводить вот эти внеурочные курсы. Институтом повышения квалификации были проведены курсы по методике преподавания курсов шахмат. Президент Федерации шахмат Георгий Шавлохов уверен, занятия шахматами необходимы, они положительно сказываются на развитии детей. В первую очередь у ребенка развивается интеллект, улучшается память и с детства прививается ответственность. С моей точки зрения, мне кажется, что это очень полезный, очень нужный шаг, потому что шахматы очень многое дают нашим детям. И вовсе не обязательно, чтобы каждый из них становился чемпионом. Лучше пусть наши дети играют в шахматы, чем они будут, допустим, играть в те же компьютерные игры. Поэтому это очень важный, очень необходимый шаг со стороны Министерства образования. Президент Федерации шахмат Георгий Шавлохов отметил рвение детей к обучению шахматам. Они уже провели ряд занятий в 12-й школе, в 5-й школе, в 11-й школе. И я сам присутствовал и смотрел, с каким большим интересом первоклассники воспринимают ту новую информацию, новую игру, которую им представляют, как живо они обсуждают, как они стремятся в бой, в хорошем смысле этого слова, хотят играть. Согласно новым образовательным стандартам, в начальной школе предполагается внеурочная деятельность. В связи с этим Министерство образования и науки Республики Южная Осетия будет рекомендовать обучать игре в шахматы всех учащихся начальной школы. Пока что занятия проводятся первоклашкам. Агунда Губозова, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня.